Киса, молочка попила и умываюсь. Хозяйка мне молочка налила, и я теперь довольная. Наша охранница. Да, если она поела, как она может быть голодная? Довольная наша киса, довольная. Довольна. А тут тоже довольна или не очень? Козочки. Козочки такие, ну когда же мы гулять пойдем? О, Петя там. Кися. Кися. Кто там? Ко-ко-ко. Курочки яйца несут. Что там происходит? О! Хрюшке тоже интересно. Хрюша, что ты нас пугаешь? Это акробатка тут живет. Она лучше с той стороны, где Пете не появляться. А то еще и выпрыгнет. Зато в самую ловушку. Так, двери открылись. Ага, самая хитренькая. Всегда кто-то самый хитренький. Ну, у нас это вот коза единственная дойная сейчас. На улице снова иней. На деревьях. Красотища. Так, я слышу топот копыт. Ой, какие все голодные. Какие голодные. И еще тут клиенты. Пузатенькие. Все подрастают, слава богу, помаленьку. О, еще единорог и бантик. Все, молодец. Все, сейчас они пока заняты. Завтра.